Все произошло в одном из павильонов торгового комплекса «Текстильмакс». Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство и скрылись. По такому сценарию в четверг разворачивались антитеррористические учения. Через полчаса после содеянного злоумышленники снова дали о себе знать. Свои требования политического характера преступники озвучили через прессу, угрожали новыми взрывами. На ликвидацию чрезвычайной ситуации были стянуты все силы и спецсредства области. Всего около 700 представителей ФСБ, полиции, МЧС и других спецслужб. Согласно легенде, во время задержания преступников был обстрелян наряд ДПС. Террористы бросили свой автомобиль и скрылись в лесу, близ дороги Иваново-Лежнего. Благодаря слаженным и грамотным действиям всех спецслужб, злодеев удалось обезвредить. По оценке руководящего состава, цели, поставленные предучастниками учений, были достигнуты.